Дорога к кубку начинается с футбола. В двух шагах от виновника торжества гости испытывают официальный мяч чемпионата черно-белый Telstar 18. Очень хорошее сцепление с поверхностью, и нас он очень устраивает. И вот этот дизайн, который дает отклик к 70-м годам, интересно. Все самое интересное внутри огромного мяча, где ровно на два дня установили главную реликвию футбольного мира. Сотни и сотни людей стоят в очередях, только представляя, каков он в жизни. Он сделан из 18-каратного золота. Ну, в принципе, все. Как священный Грааль, Кубок мира скрыт от прямых солнечных лучей в специальном затемненном шатре, который поделен на три равные зоны. Такую, такую и чуть дальше, чтобы сфотографироваться с ним могли все желающие. Я видел кубок. Выложить фото с этой подписью сравнимо с селфи со звездой. За кубком следили, начиная с Красноярска, откуда он отправился по всему миру. До Казани трофей объездил 51 страну и больше 90 городов. Четыре города на «С», в которых он был, знаете? Самара, Саратов, Санкт-Петербург и Сочи. Саранск нет. Самара, Саратов, Санкт-Петербург. Следующая в маршруте остановка Нижний Новгород. У казанцев и гостей столицы остаются сутки увидеть главное футбольное золото. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.